Приветствую, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня снимаю видео, и сегодняшняя тема для нашего видео будет довольно-таки интересная. Она будет касаться восьмого параграфа. Те, которые живут здесь, в Германии, по восьмому параграфу, и приехал сюда по этому параграфу. Вопрос у нас будет заключаться в следующем. Кто и как оплачивает курсы для восьмого параграфа при изучении немецкого языка? Тема довольно-таки интересная. После того, как я приехал сюда, в Германию, у меня сначала пошла на учебу жена, и я уже пошел позже, потому что некому у нас было оставаться с ребенком. А так как у моей жены уже был документ, который она получила во Фридланде, скажу сразу, что все, кто едут по четвертому, по седьмому параграфу, получают документ на обучение на немецких курсах уже во Фридланде. Там дается документ на 600 часов. И 60 часов это по политике и истории Германии. Такой документ дается сразу. У меня этого документа не было. Для того, чтобы получить документ и чтобы это обучение оплачивал джоб-центр, потому что в моем случае для у меня восьмой параграф, для меня оплачивал это обучение джоб-центр. Сразу скажу, что я пошел изначально в ведомство по делам иностранцев, так называемое Ausländerbehörde, которое у нас здесь находится, в нашем городе Вапольда. И там я сказал, что я хочу проходить обучение, и на основании этого, точнее, я принес различные документы еще. Это удостоверение позднего переселенца моей жены, мой Reisepass, заграничный паспорт, потом еще что-то я приносил, точнее, сейчас вот точно не помню, потому что это было довольно-таки давно, уже практически 2 года назад. Это я делал, наверное, где-то в ноябре, либо в декабре 2014 года, а на учебу я пошел в апреле. У меня вот это как бы разрешение уже было. И там, на основании этого, я получил, сейчас я вам зачитаю, как это называется по-немецки, Bestätigung über die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrierungskurs. А если перевести на русский язык, это называется подтверждение об обязательстве к участию в интеграционном курсе. Вот такое подтверждение я получил там. Потом это подтверждение я взял, отнес в джоб-центр. И уже после того, как я вышел на учебу, все мое обучение на этих курсах оплачивал джоб-центр. Я сам за обучение вообще нисколько никогда не платил. Это все оплачивал джоб-центр. А уже после успешной сдачи экзамена на B1 предложили мне пойти учиться на B2, что сейчас я и делаю. И тоже все это оплачивает джоб-центр, потому что в нашей земле, в нашем городе есть какая-то программа по обучению на курсах B2 плюс BRUF. Именно B2 плюс BRUF, не просто B2. Бесплатно для тех, кто сдаст успешно, удачно B1 курс. И вот поэтому сейчас я учусь, и уже в июне месяце у меня будет экзамен на B2 плюс BRUF курсе. Думаю, что я его сдам, хотя курс довольно-таки сложный. Вот такое вот коротенькое видео у меня получилось по тому, кто и как оплачивает для восьмого параграфа курсы по немецкому языку, потому что мне тоже многие задают вопросы, как и почему. Писали то, что джоб-центр не соглашается оплачивать эти курсы. Но я вам рассказал, как у меня это было. Еще раз коротенько повторюсь. Я получил подтверждение о обязательстве к участию в интеграционных курсах Ausländerbehörde, ведомстве по делам иностранцев, отнес это в джоб-центр, и на основании этого документа джоб-центр оплачивал мое обучение на курсах до уровня B1. И также оплачивал мне 60 часов, это история и политика Германии. Этот экзамен тоже я сдал, точнее тестирование, и получил также сертификат. На этом видео буду заканчивать. Всем всего доброго, всего хорошего. Bis bald. Tschüss.